Ну, прощай, машина. Пошли. Я не защитить тебя пытался. Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Нам еще далеко идти. Да. Давай пойдем. Ага. Сюда. Хоть через реку перебрались. Да. Могло быть и хуже. Точняк. И как бы нам наверх забраться? Красивый остров Эвери выбрал. Может, потом проведем здесь отпуск, а? Ага, может быть. Тут сколько? Судя по одежде, это колонисты. Тут была битва? Нет, не похоже. Смотри, как они лежат. Да, ты права. Они аккуратно сложены или брошены у стен. Их принесли сюда уже мертвыми. Это братская могила. Привет. А это кто? Смотри, знак. Предатель. Повстанец. Незавидная участь. Вот еще один. Прости, ничего личного. Еще клетки. Себе. Эффективный способ подавить бунт. А они это с самого начала забыли? Что, перебить всех колонистов? Нет. Заманить их сюда, мечтой об утопии. Для того, чтобы обобрать до нитки.
Ну, мы имеем дело с шайкой пиратов. Ну, это слишком жестоко. Даже для пиратов. Видно, фактис. Ворота не поддаются. Нужно перелезть. Коди, Микам, Эрис, Парадис. Нужно немного помочь. Выглядит ненадежно. Так и есть. Аккуратней. Пардон. Все нормально? Да. Ух ты. Вотчина пирата, Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Ну, хоть жив. Это пока. Пошли. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Была не была. Знаешь, когда Салли рассказывал мне об этом месте, я представляла себе горстку деревянных хибар. Да.
Сюда, пригни голову. Кто-то застал парня врасплох. Еще одна записка. Дракон. Здесь жил Кристофер Кондент. Черт, наемники. Елена, прячься. Вижу их. Еще на свободе. Нужно занять оборону. Мы должны быть готовы к их появлению. Ха, никак не болван из патруля у реки. Чего? Да ничего. Вот и молчи. Из-за него одного? Ты еще спрашиваешь, после всего?
меня. Вроде все. Ты цела? Да. Идем дальше. Может, через пещеру пройти? Стоит посмотреть. Надин притащила сюда целую армию. Ну, у нее же есть армия. Они нашли сокровища? Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Тут что-то есть. Адресовано Ричарду Вонту. Подпись Адам Болдридж. Да, похоже, они стали врагами. Но почему? Жадность, паранойя, деньги. Ну да, больше денег, больше проблем. Смотри, тут можно забраться. Слишком высоко. Даже не подсадить. Давай осмотримся. Освежает. Поберегись! Неплохо!
Дамы, вперед. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльмен. Просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Спасибо. Устал, побит и есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-топ. Да. Фу, ладно, все. Пора идти. Течение тут сильное. Попробуем пробраться через этот дом. У них, конечно, были на то мотивы. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Эвери. В точку. Да. Надеюсь, мы не опоздали. Эй, посмотри. Эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Какая красота. Ну, еще один заплыв. Воу-воу! Сильнее, чем кажется. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Из тебя отличная гиря. Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это так. Наглотался воды. Я наверху, ищу путь для тебя.
получится. Один не справлюсь! Хорошо. Может так? Поберегись! Вот! Отлично! Уберем это с дороги. Ага. Так. Смотри, знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение. Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Томас Тью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровище. То есть людей они убрали, а меж собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это... Величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Вот.
для потомков. Эй, давай сюда, потихоньку. Осторожнее. Все нормально. Справлюсь. Встретимся наверху. Нейт, грузовик наемников еще здесь.